Сделайте подарок городу к его 75-летию. Для этого идеально подходит наша рубрика, посвященная юбилею Химок. Поздравляйте, желайте от души, и ваши мечты обязательно сбудутся. Дорогие химчане, я с великой радостью поздравляю всех вас с 75-летием нашего города. Город, который имеет великую и славную историю. У него очень прекрасные люди. И мне хочется пожелать всем вам доброго здоровья, помощи Божией, и чтобы Господь помогал нам всем в нашей жизни, чтобы всегда радость присутствовала в наших сердцах. А мы, конечно, будем делать все возможное вместе с вами для того, чтобы наш город был краше, светлее и уютнее для каждого из нас и для всех тех, кто приезжает сюда и будет разделять с нами радость нашего общения и радоваться тому, что у нас такой прекрасный город. Мы не одни, что мы живем в большом коллективе. Химки – это наш большой город, где все мы друзья и товарищи, где все мы общаемся. И когда каждый хотя бы своему ребенку объяснит, как плохо выкидывать бумажку, как хорошо дружить и помогать, я думаю, мир станет улыбчивее, и наш городской округ еще жизнерадостней и веселей. Поздравляю всех химчан города Химки, поздравляю администрацию работников города Химки с большим событием, с 75-летием города. Желаю всем счастья, здоровья, успехов и хорошей, прекрасной жизни в этом большом, красивом городе.